Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Motorola Edge 30 Pro. И сегодня я покажу вам, как включить навигацию с помощью жестов на данном устройстве. Для этого мы переходим в настройки, далее мы проходим в специальные возможности, и здесь нам нужно выбрать управление системой. Выбираем навигацию в системе и выбираем навигацию с помощью жестов. И в принципе на этом все. Эти три кнопки пропали, и теперь управлять мы можем с жестами. Инструкция вам дана, и вы сможете ее посмотреть. На этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.